Ух ты ж! Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить второй Silent Hill. Думал так пробежаться, тут осмотреться, тут смотри, какая цаца! О, какая, гляди, идет! Красоточка, ну-ка! Дамочка, можно с вами познакомиться? Вы такая красивая. Я не видел таких женщин. Она не реагирует на меня. Она просто ходит, позирует. Странная она какая-то, не находите? Может, это баг? Окей. Не будем на нее также обращать внимание. Она типа показывает. Ты мне не интересен. Я просто буду ходить, не замечая тебя. Она ходит за нами. Но вообще это выглядит так, что это баг. Очень интересно. Может, это не баг, а богиня? А, кстати, вот проход тут есть. Что это такое? Это приманивает, так показывает. Смотри, какая у меня попка, какие у меня ножки рабочие, а? Посмотри. Здравствуйте, леди. Давайте начнем сначала. У нас как-то не заладилось с первых минут. И смотри, пошла, пошла. И все-таки вернулась. И уходит. Знаете, есть такие девушки, которые держат на расстоянии, слишком близко не подпускают, а как только ты начинаешь уходить, то опять подманивает. Одна такая. Лучше игра забаговалась. Все очень смешным образом. А, какая красотка. Во! Вот как встреча должна была выглядеть. Понятно. Она снова появилась, слушайте, эту штуку можно триггерить. Я, короче, забыл туда микрофон включить. Сейчас включил микрофон, так что звук теперь нормальный стал. Снова также попробовал, короче, сохраняемся, бежим назад. После этого читаем газету, убираем ее, и она появляется. Вот она, красоточка наша. Я ушел в серый фон и тут посмотрел, что у меня, оказывается, микрофон не включен. Но я не ожидал, блин, что запись пойдет. Я просто пока что так осматривался. Ну что, красотка, давай. Забавный баг. Интересно, что он поворачивается, я ничего сделать не могу. Именно идем, смотря на нее. По идее, наверное, надо было идти вот сюда, смотреть на нее в эту сторону. Она там должна была быть. Мэри? Это жена? Она что, не такая? Она так выглядела, наверное, когда они встретились впервые. Нет. Это не ты. Я похожа на твою девушку? Нет, на жену. Она умерла. Невероятно, лицо, голос. Ты как будто... Меня зовут Мария. А ее Роуз. И на привидение не похоже, так ведь? Видишь? Я теплая. Простите, я обознался. Эй! Ты куда? Я должен найти Мэри. Ты же сказал, что она умерла. А? Да, 3 года назад. Просто... Мне пришло от нее письмо. Письмо? Понимаю, как это звучит, я не... я... Тише, все хорошо. И что было в письме? Что... Что она меня ждет. В нашем особом месте. И оно здесь? В любом случае, я ее не видела. У вас было только одно такое место? Я, ну... Я уже сам ничего не знаю. Было еще какое-то, но я никак не могу. Эй! Кажется, я знаю. Ну, то есть здесь неподалеку есть одно место? Что за место? Место, которое любят парочки. Если хочешь, я тебе покажу.
Или у тебя другие дела? Другие планы? Эй, ну ты что? Я же просто шучу. Пойдем. Нам туда. Ты пойдешь со мной? Может, просто скажи, где это? Хочешь меня тут бросить? Я... А ты что? Когда вокруг бродят такие твари? Нет, просто... Это потому, что я напоминаю тебе... Кио? Ты любил ее, да? Конечно, жена была, блин. Бабочка, кстати. Тату. Ладно. Пошли. Ты точно не против? Да. Такое ощущение, что ее не заботят монстры местные. Она просто играется с нашим Джеймсом. Она похожа на какого-то призрака. При этом Джеймс как в тумане находился. Когда она стала вопросы задавать ему, он как бы потерянный был. Банально повторять то, что он сам сказал ему. То есть он в тумане, как ежик в тумане. У него частичная амнезия. Он сам не знает, что делает, зачем идет. Вроде как ради жены. И штевеляет как. Кроссовка. Пойдем. Ну, теперь вместе повеселее будет все-таки. Я бы тебе мороженого купил, да? Боюсь, его нету. А, эй! Ты чего? Реагирует. Прикольно. Кофе и вафли. Кругом вафли. Билетики. Какая будочка прикольная. Маленькая такая, кстати, сидеть там целыми днями. Сюда. Парк Роузвотер. Так уверенно прям ведет нас. Таким уверенным тоном сейчас говорила. Странно. Я буквально готов. Что? Что-то случилось? Нет, ничего. Так, мы были там, да? Через эту стенку. Обезглавленная статуя очередная. А девочка без... То есть наоборот, с головой. Она похожа на ту самую девочку, которую мы встретили. Как ее зовут? Шерил? Интересно. Хочешь отдохнуть? А? Нет, я просто... Извини, я что-то задумался. Ничего. Если ты хочешь чем-то со мной поделиться, чем угодно. Нет. Просто пойдем. Как будто она хочет, чтобы мы поделились с ней. Красиво, кстати, как посмотрите. Я и она. Не имена, просто я и она. Ну, это все как бы говорит о том, что мы в мозгу чем-то находимся. В мыслях. Не в реальности. Кто бы стал писать «я и она»? Красивая брусчатка, да? Эти самые ворота. Вот, с той стороны мы были. А, туалет реструм, что-то забыл. То есть комната отдыха? Почему туалет называется комнатой отдыха? Как до этого дошли. А мужской нельзя, в женский, значит, можно? Не про это ли место ты мне говорила? Здесь встречаются парочки. Смотри, как тут прелестно. Кстати, фонарик отключен был. Шикарно. Лекарство в унитазе. Ну, лекарство не пахнет, да? Чем бы не взять. Поразительно, что она вообще его не боится. То есть, какой-то мужик в таком месте, все-таки опасно. Маньяк может быть какой-то. Это твое место. Что оно из себя представляет? Просто особое место, где всегда проводили время парочки. Проще будет показать. О, мостик. Очень красиво. Люблю мостики в парках. Очень классная штука. Причем раньше же вешали еще постоянно замочки. Ну, на свадьбах. Сейчас запретили, везде посрезали. Как правило, стоят такие, ну, скульптуры, деревья. Все обвешанные.
Мне в этом месте вообще не страшно стало. Такое ощущение, что у нас романтическая прогулочка. О, смотрите, тут шахматы играли. Прикольно. Только фигурок нету. Представляете, какое прекрасное время было, когда солнышко светило. Там детки играли в шахматы, дети ели мороженое. Красота. Кто-то с пирса ловил рыбку. Патроны! Отлично, спасибо, награда. Целая обойма есть теперь. Так подозреваю, что туда нам дальше надо идти, но я еще не все тут осмотрел. Статуя монаха. Кто это? Просто женщина. Убитая ни за что, хорошими и всегда уважаемыми людьми. Не такая уж и редкость, если подумать. В каком смысле? В истории это повсеместно. По религиозным мотивам каким-то. Блудница, небось. Жертва нских гонений Джен Кэрол жила честно и достойно, да не забудут во веки и веков. Так за что ее все-таки? Написали бы. Так, ну там дальше туалет, в принципе, все осмотрели. Теперь, когда вместе ходят, особенно прикольно все смотреть, потому что комментарии дополнительные. Веселее стало вообще. Парк Роузвотер. Так, полицейская машина. Ее обязательно надо осмотреть. Вот я теперь горюю, что мы не осмотрели в начале игры. Представьте, может там дробовик, может там пистолет. Да, у нас еще пистолет туда не было. Мы туда не попадем, да? Так. Ага, можно пройти через мотель. Почему? Ага, там она сказала. Зачем менять слова? There, ага. Вот кто додумался there перевести как ага, там. Странные места бывают тут в субтитрах. А может был ранний текст, с которого перевод делали, а когда стали озвучивать, актеры немножко уже поменяли слова. Вот что может быть, да-да-да-да-да. Поэтому не стоит ругать тех, кто перевод делал в субтитрах. Ты меня напугал. Привыкай, я такой. Опасный парень. Как отчаянно. В полицейской машине не может ничего не быть. Вы чё? Как минимум патроны должны быть. В правило, в подобных играх медицинские, полицейские машины, ну, может, даже пожарные, самые ценные. Да вы чё? Зажили ли от меня все? У нас много, в принципе? Не, патронов у нас немного. Перекати банка. Смотрите. Закрыто. Ладно, пойдем по сюжету дальше. Хотя очень интересно, мир открывается, игра интереснее становится. Слушайте, почти все последние игры, которые я играю, вот так вот. Чем дальше играешь, тем интереснее. Ну это логично, сначала познакомить игрока с геймплеем и миром. Отражения, конечно, крутые. Нравится. Здесь не пройти. И не надо. Нам в другую сторону. Только хотел сказать это. Звук хорош. Так, давайте посмотрим на карту. Ага, все закрыто. Вопросик там, куда нам надо идти. Там ин какой-то. Ин — это постоялый двор, вроде как. Вот в некоторых смыслах, конечно, английский язык настолько удобнее. Ин и все. Один слог у нас. Постоялый двор. Может, какое-то слово есть более короткое? Бронированное стекло. Ты когда-нибудь останавливался в подобном месте? Стены такие тонкие, слышно абсолютно все. Любовь, ненависть, ревность. Отчаянность, я бы добавил. Обычно в такие места не из хорошей жизни едут. Ну, а не, возможно, когда путешествуют по стране, останавливаются на время. Но меня почему-то они всегда такое отвращение вызывали. Но их, видимо, всегда в фильмах показывают так отвратительно. Вполне возможно, что в реальной жизни они не такие плохие. Ну, американские фильмы, да и даже мультики. Будь добр, в следующий раз предупреди. Но фильмы, мультики создают такое впечатление, что вот эти вот ины просто отвратительные. Там от очень плохой жизни едут туда. Можно я войду? Ишь ты, фифа какая, цаца. То есть она не может через окно пролезть, ей открывать надо. Ну, давай. Кстати, смотрите, почти как у нее. Думаю, ей понравится. Где ты там? Гляди, что я нашел для тебя.
Смотри, красота какая. Премного благодарная, хороший сэр. Смотри. Еще более шлюшище. Кстати, она, скорее всего, куртизанка, судя по одежде. Смотри. Не нравится? Я добытчик. Такого мужика отпускать нельзя. Хотя она и так его не отпускает. Зомби-ящик не смотрели. Кстати, туалет довольно чистый, аккуратный. Посмотрите. Неожиданно. Очень много одинаковых объектов тут. Но они на звуках отыгрались. Так, это проломить можно. Гляди, как могу. Ты впечатлена? А я вообще похрену, смотрите. Я тут стараюсь, пытаюсь произвести на впечатление, ищу новые пути, добываю там всякой... Посрать вообще. Шмотками там любуется. Зараза. О, витаминчики. Записка. 1 минус 1. 3 плюс 1. 8 минус 3. 0 плюс 1. К чему это, интересно? Какие-то безумные записи. Ящик, записка из ящика для инструментов. Как-то связано. Ага, пульки. Хорош. А, здесь мы не выйдем. Все странно, по идее. Обычно открываем что-то. Hey. Ты смотри. Слушай, как думаешь, мне бы подошло? И я сразу понял. Так, тут надо внимательно смотреть. Неопытный человек скажет, да, конечно, подошло прекрасно, но это может быть проверка. Может быть, шлюшеча какая-нибудь, не очень хорошая одежда показывает тебе. Как думаешь, тебе понравится? Ты скажешь, конечно. Ты что, думаешь, тебе шлюха такое носить? Ну и что-нибудь типа того. Да. Разумеется. Но он не хочет на ее впечатление производить, поэтому пофиг. Энтузиазм могло быть и побольше, но сойдет и так. Я, кстати, не удивлюсь, что это та самая девочка в разных обличьях. Вообще, получается, мы общались тут только с женскими персонажами, да? Та сумасшедшая, которую мы встретили сначала на кладбище в начале игры, потом с ножом она была, девочка и вот эта вот дамочка. Хм. Кстати, да, я уже смотрел, читал о том, что испортили внешность той самой женщины с ножом. И она теперь стала похожа на актера из X-Files. Дэвида Духовный. В оригинале она была симпатичнее. Ну, это вроде норм. Ну, не супер, но вполне нормальная внешность. Я бы тут точно придираться не стал. Какая качественная помойка, смотрите. Все рассмотреть можно. И ничего ценного. Ну, смотри, ты открыто все. Шляпа какая, возьми. Стильно будет выглядеть. Зеленая. Уютная. Cozy. Этот номер. С ним что-то жуткое творится. Пойдем отсюда. Да расслабься, Джеймс. Все ведь лучше, чем бегать от этих тварей. Не уверен. По-моему, хороший номер. Пульки дали нам. Ой, лекарства. А вообще отличный номер. Картины. Модные обои какие ж ты. Что они вообще изображают? Ракушки? Не. Апохало, наверное. В египетском стиле. В смысле, апохало такие в египетском стиле. Не сама картинка. Не беспокоить. Просто так это сюда повесили? Если не беспокоить, то надо, значит, побеспокоить. Но мы не войдем. Рядом с тобой не расслабишься, верно? Ну а ты чего хотела? Только такие тут и выживают. Заперто. Хм. Странно. Что тут странного? Неважно. Давай думать, как открыть. Слушайте, я уже второй раз сам произношу какие-то фразы, и в итоге Джеймс их же говорит в унисон со мной. Но синхронизация. О, сохранялка. Машина пустая. Ну ладно, и так нам сохранялку дала. Джеймс? Ты как? Эй, ты как?
Ты вдруг застыл. Ничего, я... Нормально. Его разум был оцифрован. Так, здесь мы осматривались, да? А, здесь мы как раз смотрели, да? А, видимо, комната управляющего. Под контролем. Араксиум. Найди мир и... И щеночек золотого ретривера вроде бы. Самые добрые собаки в мире. Ну, породы. Если что, я чиню трубы в 107-й. А, ну это где мы записку, наверное, нашли с цифрами, да? 107-й, там трубы. Сантехник как раз. Ботики. Я уже понял. Надо ту записку. Посмотреть, там цифры были. Угу. Все элементарно. 1 минус 1, 0. 3 плюс 1, 4. 5. 1. 0, 4, 5, 1. Слишком легко. Ключик. Сапожком! Джеймс, помоги! Зараза! Блядина, получай! Двужопый. Спасибо. Она испугалась реально? Да ладно, я думал, ей все пофиг. То есть ее могут убить? Ну, это же имею в виду не по игре, а просто вообще. Как-то она странно все идет. Ты мне жизнь спас. Я рад. Да. Я тоже рада. Это сейчас наиграно было? Просто до этого из ее разговоров было такое ощущение, что ей вообще не страшно. Что она просто играется. А тут на нее напали, она так вроде испугалась. Не сочетается это все. Где-то тут ложь. Опять? Да. Люблю break stuff. Так, ну все тут осмотрели. А, внизу, смотрите, парковка. Ну, кстати, удобно получается. А сверху комнаты. Вполне себе. Такая ночлежка. То есть ты едешь на машине, остановился, переночевал. Ни больше, ни меньше. То есть не жить тут, конечно. Я думаю, для этого, в первую очередь, такие ины и сделаны. Все же лучше, чем в машине спать, правильно? А если приезжает именно жить сюда, то это уже хреново. Ура! Куда теперь? Пойдем сюда. Как же у него прицел качается, зараза. Ну было бы слишком легко, да? Правильно, что так сделали. Главное, что прямой вот-вот. Вообще никаких сглаживаний. Это очень радует. И тут дыр... А, мы с той стороны были, да? Угу. Трубы поломала. Ты думаешь, бездна в тебя всматривается? Опять детализация. Смотрите, приборки классные. Пульки. Так, ну пока что просто гуляем, осматриваемся, правильно? Мы много справа вроде бы оставили, там, когда в ин заходили, там направо был путь еще. О, дворик. Тишина такая тут стала. С чего бы? Мячик. Разбитая бутылка. Что это, черное там? Возможно, загадка какая-то будет, надо будет зажечь что-то. Не, ну тогда было сразу написано, что что-то можно использовать. Тут бывают такие места, просто посмотреть. Обезьянка это, смотрите, из фильма ужасов. Глаза, конечно, безумные. Именно красные вот полосочки на глазах и делают это такой безумный, как мне кажется. Страшный. А она там осталась. И холодно. А свою куртку тебе не отдам, как не намекай. Вон, дрова лежат, согревайся. Прикольные вот эти вот эффекты, смотрите. Всякие записки двигаются. Создают атмосферу.
Хм. Что там? Хм. Она долго стояла. Намек, что там надо было что-то сделать. Ну, вроде пока что ничего. Давайте пока что просто походим, пособираем информацию. Слушай, Джеймс. Да. 3 года. Это долго. Что ты скажешь ей, если... Когда ты ее найдешь? Что? Я ее люблю. А, повезло ей. Что это за вопрос такой? Просто вопрос. Я же говорю, 3 года это долго. Что значит татуировка бабочки, интересно? Она же не просто так. Хотя татуировка бабочки, наверное, самая простая, да? Что можно проще еще придумать? Или это знак какой-то? Я плохо разбираюсь в татуировках. Знаю, что купола там что-то значит. Может, у нее и купола там где-то спрятаны. На груди наколоты. Но из-за цензуры мы не узнаем, боюсь. Кстати, подобные домики я помню из первого Silent Hill'а. С лагами, вот такие именно. С лесенкой. Что-то есть у них такое атмосферное. Такое чисто американское. Опять! Пора уже привыкнуть. Угу, столько всего, офигеть. И врагов нету. Ну, практически. Ну, у нас сейчас этап расслабления идет. Какой-то генератор работает. А машина заведена и уже кипит, смотрите, бедная. Сейчас стукнет двигатель. А что там за палка торчит? У меня такое ощущение, что мы туда попадем в будущем. Это важное место. Кат-стрит. У нас пока что цели никакой нет, смотрите, просто гуляем. Странно. Раньше можно было пройти. Теперь нельзя. И что теперь? Будем искать другую дорогу. Пока их много тут на самом деле. Пойдем. Точно, мы сюда идем. Уйдут твари! 3 сразу! Джеймс! Открыл? То есть только твари увидел, сразу силы появились, чтобы открыть. Так они наблюют сейчас на вас! Через эту сетку. Палка воткнутая. Труба металлическая. Вот, это было в первой части. Знакомая штука. Чуть ли как, не как символ. Комментировка. Нет! Не отходи от меня. Хватит орать. Громко так еще. Поползла мразота. Не такая же ржавая еще эта труба. Пулик вроде немало, но что-то мне подсказывает, что их будет не хватать. Проблюйся, давай, 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 покажи, покажи. Вот. 2 удара. Мне кто-то написал там, что надо 2 удара делать. Пугают они там сзади. Ну давай, блюй. 2-я мразь подходит. Будешь блевать? Сейчас подойду, 2-я будет. Так, так, сначала вот это. Ну, более-менее неплохо получилось. Хорош. 4 пульки потратили, да?
секунд. FPS низкий, зараза. Ага. Попал. Холера, зараза, мразь, тварь. Всю жизнь меня изговнячила. Ага. Опять шторм начинается, видите? Надо где-то скрыться, спрятаться. Вот эти все визуальные, звуковые эффекты, они мешают ориентироваться. Куды? Мне некуда идти, да? Одна пулька, дальше бьем. Они вроде так не встают тогда. Она молодец, лишнего не говорит ничего. Знает себя, как вести. Давай, блюй, я готов. Ну куда ты? А, ну, смотри, что творится, ее убить могут. Там, по-моему, еще кто-то появился. Так, и добьем. Да никуда, туда. На нее наблевала прямо. Обходим, обходим. Хотя она вертушку дает, но не такую крутую. Нам встать может еще. Да. Так. Все, блин. Сейчас неплохо получилось, да? Хорош. Ты смотри-ка, на нее напали. Но у нее... жизни нет, но я думаю, если очень долго так оставить, то ее убьют, наверное, и тогда мы проиграем. Вот не люблю такие я проходы. Радио. А что-то они не встают. Помните, раньше такие ползучие, если начинаешь их бить, то они сразу встают. Может, у нас лучше оружие стало? Выше урон? Это было бы логично. Но 100 врагов больше. Вот так вот. Тут я воевать не буду, слишком он опасен в ближнем бою. Милишник такой. Обливаны рейнджевики. Это двужопый ублюдок. Двужопник обыкновенный. Звук сильно давит, слишком долго он такой. Ну тут, смотрите, труженики жили. Кругом инструменты. Ну свой дом требует очень много работы. Либо очень много денег, если ты кому-то платишь. Очень много. Либо очень много работы. Вот, смотри, не дал встать. Он дверь пыталась закрыть. Калиточки такая прямо. В русские деревеньки прямо. Куда уползла? Я там не все смотрел, получается. Давай там сначала осмотримся. Локация такая большая, офигеть. Так, это клуб. А! Я не заметил тебя! Ой, я сейчас накосячил. Фух, блин, и это даже ничего не сказала. Могла подсказать. Смотри справа. И при этом она говорила, что я раньше могла тут пройти. То есть она гуляла. Как ее до сих пор не убили? Ты можешь отодвинуть. Ага. Но она совсем как декорация. То есть нету ощущения напарника, как было The Last of Us с Элли. Там вообще офигительно. Ну там братцовая игра. Давай! Я уже вот так вот захожу теперь. Ну, давай! О, вообще хорошо. Ой, все.
А ползунья была еще тут. А! Где? Где? Как там ее? Мэри, ты же говори что-нибудь. А, кровища. Может, потом тут нормально будет без шторма, и тогда уже погуляем. Пока надо двигаться вперед. Пулик столько надавали. Ну как столько? Три штучки. Стол для настольного тенниса такой низкий. Казалось, он выше. Давай туда! Как ты, зараза? Коды! Да, Витя встать не может. Я думаю, это именно из-за этой палки металлической. Хорошее оружие. Опять эта лошадка. Очень много одинаковых объектов. Экономные разработчики. Мы спаслись. Ну, вообще у нее одежда такая, которая кричащая, чтобы привлечь внимание. Зачем такая одежда может быть? Ну, девочки, понятно, девочки такое могут, когда маленькие, одеваться. Им это нравится. Но она уже не девочка, ей свыше 20 уж точно. То есть, либо у нее отчаянное положение, совсем мужики не клюют, но она не такая страшная, фигура у нее хорошая. Так зачем так одеваться? Значит, это девушка легкого поведения, ну, куртизанка, проститутка. Единственный ответ. Но опять же, это может быть какой-то образ, сформированный в сознании Джеймса, да? О чем он говорит? Красная дверь. Фанс. Написано было. Здесь? Это место здесь? Бабочка. Фиолетовая. Оставляйте дверь закрытой. Ишь ты, спрятала меж титик. Опять звук интересный, да? Тут встречались парочки, очень мило. Прекрасная обстановка, такая романтическая. Какой-то закоулок захолустный. По-моему, тут встречались для того, чтобы органы оставить. Какой-то хостел напоминает. Очень мрачно. Ага. А, это барная стойка, да? Здесь это бар, видимо. Задний проход. Ну, бывают такие бары, в которых есть особое помещение, где предоставляют особые услуги. Видимо, это как раз один из таких. Блин, ну интересно, интересно. Вот выкинуть одну главу в доме. Ее покороче им надо было сделать. Когда мы в этот дом многоквартирный пришли, надо было им это укоротить. Слишком душный уровень, скучный, как по мне. С другой стороны, тогда слишком быстро бы вот это безумие началось. Этот уровень надо было переделать, потому что он слабоватый. И вообще мне игра на тот момент слабоватой казалась. А дальше все очень круто пошло. Ты тут живешь? Почему все так засрано? Хреновая хозяйка. Машина. Микроволновка, свет. Хранилище, storage. Гримерка. А, она выступала? Танцовщица какая-то. Фотка. На шесте танцевала. Раз и все. 12.
Ну, кстати, зачастую танцовщица — это очень спортивная девушка. Я знал одну девушку, которая вот этим занималась, и она в такой форме себя держала. Какая-нибудь, там, не знаю, чемпионка мира по серьезному спорту. Ну, хотя дело такое сомнительное, но есть в этом положительное. Игровые автоматы. Что? Трэмпл. Не знаю, как переводится. Защитники горизонта. Это реальные какие-то игры, интересно, кто знает? Может, это игры студии Konami? Было бы очень логично. Это же старая студия, вполне возможно, у них есть игры. Почему бы тут не разместить их? Но они, скорее всего, какие-нибудь файтинги делали. Раньше же у японцев были популярны. Нибудь стритфайтеров. Фиолетовая подсветка. Ищи, какая лежит. А что с пузом? Рай? А почему пузо такое? Как будто она беременная. Странно это выглядит. Пыльно. Она сейчас представление нам покажет. Ну давай. Мария? Покажи, на что способна. Да, детка, хорошо. Давай. Присядь, Джеймс. Пора расслабиться. Что? Ай, да ладно тебе, не смотри на меня так. Уже и пошутить нельзя. Что это? Это есть твое особое место? Нет, конечно, не глупи. Пройдем насквозь и все. Dream, мечта. Очень классное выражение лица. С другой стороны, раз уж мы зашли, давай отдохнем. Хоть немножечко. Немного переведем дух, а потом пойдем дальше. У меня нет времени отдыхать. Что если меня ждет где-то Мэри? Да, да, знаю. Просто... это место, один большой кошмар. Мне захотелось немного забыться, хоть ненадолго. Прости, я... Ладно, давай. Женская игра. Прости, я не хотел. Как она манипулирует. Видимо, я уже тоже на грани. Я схожу с ума? Ну, думая, что она может быть здесь. Наверное, можно и так сказать. А можно и по-другому. И как? Это лучик надежды. Ну, так звучит гораздо приятнее. Прошу. Что ты делаешь? Поможет снять напряжение. Пьяным воевать, конечно, лучше, да. Не хочешь? Точно? Глаза круто сделаны. Ну, как хочешь. За? За неугасающую надежду. Интересную музыку они подобрались, да? Здесь, на причале, такая нестандартная для этого места. Наверное, нам стоит уже идти. Ладно. Неожиданная музыка, но создает свою атмосферу. Беги.
Очень крутое выражение лица у Джеймса, прямо вот как надо. Все показывает. Вообще сценки хорошие. Круто все выглядит, да? Смотрите. Класс. Ну и на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео. И всего вам наирасприкраснейшего. Ха-ха.